Олимпийские страсти в неолимпийских дисциплинах. Высокие скорости и бескомпромиссная борьба царили с 7 по 10 сентября на омском велотреке. Здесь гонщики регионов России, Казахстана и Узбекистана, всего более 70 спортсменов, выясняли, кто лучший в дисциплинах, не входящих в олимпийскую программу. Чемпионат России по велоспорту на треке. Еще несколько лет назад это было не про Омск. Благодаря открытию специализированного спортсооружения, сегодня наш регион собирает сильнейших гонщиков страны. Мы получили очень серьезные возможности для развития одного из очень интересных видов спорта. И вот сегодня здесь действительно открывается чемпионат России. Это очень серьезное соревнование. Действительно, человек, который в них победит по полному праву, может называться чемпионом, называть себя чемпионом. И для нас это очень почетно и, конечно, очень ответственно. Мы, конечно, будем болеть за наших ребят, будем желать им успехов. Хотим, конечно, чтобы они победили, но очень представительные соревнования, конечно, победит сильнейший. Таких треков в России всего три. В Узбекистане пока нету. Так что нам удобно приехать сюда и готовиться к каким-то важным стартам, потому что все важные старты проходят на деревянном треке 250 метров. На данный момент у нас такого трека нет. Ранговые старты, которые влияют на рейтинг спортсменов для отбора в национальную сборную. Победители этих соревнований попадают в расширенный состав команды России, после чего доказывают свое право на участие в чемпионатах мира и Европы. А мячи целенаправленно готовились к домашнему турниру. На домашних соревнованиях оно как бы легче едется, чем на выездах. Не волнуешься, ошибка, то есть ты знаешь, что вот... Именно на этом треке ты едешь по такому-то результату, и ты уже примерно знаешь, по чем ты проедешь, уже можешь рассчитывать на что-то. Вот. Поэтому дома ехать легче, чем где-то. А куда-то приезжаешь, ты не знаешь, как ты проедешь на нем, как будет себя вести организм на других соревнованиях в другом городе. Как бы. Все зависит уже от самочувствия. Успех от слова «успеть». Омский гонщик Виктор Подойников преуспел в гонке с выбыванием. Золото чемпионата страны, по словам Виктора, это результат работы всей команды. Это домашний старт, мы должны показать, что в своем регионе, что нельзя просто так к нам приехать и взять золото. То, что мы будем биться до конца, и сегодня показали, что тоже не являемся слабым звеном. Еще одна медаль представителя Омской области – заслуга Елизаветы Гончаровой. Амичка вместе с москвичкой Лидией Малаховой заняла первое место в парной женской гонке преследования. Ну, победа, она не дается всегда легко. Конечно, тяжело. Но мы вместе, и нам было легко. Кто был основными соперницами, и как все-таки, за счет чего удалось вырваться вперед именно вашей паре? Изначально я планировала, что будет Самара, одна из претендентов на победу. Ну и тут, я не знаю, сложилась удача, что ли, в пользу Тюменская, да, была? Ну и Свердловская девочка. Да, Тюменская и Свердловская. Ну там одна сотая, получается, все решила. Всего на чемпионате России по велоспорту на треке мячи завоевали 3 золота, 3 серебра и 1 бронзу.